Здравствуйте, друзья! Решил немножко половить. Уже, наверное, года 2-3 не ловил. Он поставил сеть. У меня тут молодой сад вырос. Поставил куст цикория. Ну, погода тихо, вышло солнце, уже бликует сеть. Расцвело 6:30. Сейчас 8. Буду лов заканчивать. Поймал чижика. У нас они начали уже летать. Дня 4 как летают. Ну, прилетала стайка. Штук 5. Ну вот, поймал такого вот красавца. Выпускать не буду. Возьму себе. Немножко половлю. И потом выпущу. Ну, сеть китайская, ячья, по-моему, 17, длина 10 метров, высота 4 метра. Высота большая, ну, вот так вот сеть. Между деревьями поставил. Сеть за 100 рублей, 150, по-моему, одноразовая, без ветрозащиты. Ну так, карманы такие нормальные. Карманов много. Если видно. Ну, после дождя руки черные, конечно. Одноразовая херня китайская. Ну, пойдет. Половлю. Потом выкину. Сейчас делаю ему корм. У меня там есть разнотравие, добавлю проса, семечек, короче, из молоденьких. Ну, ничего, недельку, две, поживет, потом полетит. Манах я не держу, всех выпускаю, это Зизифус. Уже почти поспел. Поэтому хочу поймать там чижика, щегла, зеленушку. Может, репила, не знаю. Как настроение будет. Если будет ловиться, то поснимаю, давно не снимал, поставлю. Ну, так на сегодня, в принципе. Один чижик, но это уже результат. Они дня 3-4 летают, ну совсем там. Пару раз видел стайки, там по 5-10 штук, в основном одиночки. Ну идут пролетом. Не задерживаются. Только начали прилетать. У нас такие 2 дня ураганы были. Видно, их немножко подогнало. Ну, так, спасибо за внимание. Всем пока.